Привет, у микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Чего не хватало игре Limbo? Конечно же, котиков и сисек. Ну и еще пони, наверное. У нашего сегодняшнего пациента, по крайней мере, на один недочет меньше. Ведь главный герой этой игры – котик. Встречаем Naut 2. Начинаем мы, естественно, с выбора уровня, которые открываются один за другим по цепочке. Перед уровнем, прежде чем начать, тебе предстоит выбрать тип управления. Выбирать можно между акселерометром и экранными кнопками. В принципе, и то, и другое довольно прикольно. Пару слов о графике, да и вообще об атмосфере. Несмотря на то, что сейчас уже довольно много игр выдержаны в мрачной черно-белой тематике, это до сих пор не приелось и продолжает радовать глаз. Очень, знаешь ли, атмосферно выглядит. Особенно, когда отрисовано красиво. И здесь отрисовка просто отличная. Никаких лишних деталей, только контрастные контуры. И тем не менее, создается впечатление очень насыщенной локации. Наверное, все дело в травке. Смотри, какая она здесь прикольная. Но вот геймплей, в отличие от графики, особых ассоциаций не вызывает. По крайней мере, у меня. Можно, конечно, сказать, что где-то в последних уровнях того же Лимбо было что-то похожее, но в принципе играется абсолютно по-другому. Дело в том, что все, что умеет наша черная киска, это бегать с горки и прыгать. Ну а наша задача — вращать мир в нужную сторону. По уровню разбросаны бонусы в виде кристаллов, как я понял, их везде по 3 штуки. Также есть чекпоинты, препятствия типа колючих растений. Напоровшись на них, то есть на растения, наш котик гибнет, и это печально. Кроме шипов, постепенно добавляются всякие монстры, а иногда и здоровенные боссы. В общем, разнообразия в игре вполне хватает. Ну, я думаю, ты уже понял, что все очень круто, поэтому давай к итогам. Из минусов на ум приходит только то, что уровни со временем становятся ощутимо сложными, и умирать приходится часто, даже слишком. Но ты не пугайся, с моими-то кривыми руками грех не запарываться на каждой колючке. Да и вообще, игра должна быть вызовом игроку, но еще бы игре не помешал сюжет. Ну а плюсы — отличная отрисовка, отличная атмосфера, отличная физика. Да еще и играешь за котика. Короче говоря, не вижу причин, чтобы не посоветовать эту игру тебе, дорогой зритель. На сегодня это все. Если понравилось видео, подписывайся на наш канал, потому что обзоры-то у нас регулярные. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого!